Добрый день, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня не выходные, сегодня будние деньки. Если быть точным, сегодня 22 июня. Я нахожусь за территорией детского лагеря «Сосновая роща», где вот уже несколько дней, а если быть точным, с 20 по 24 июня проходят межрегиональные соревнования школы безопасности. Если среди моих зрителей есть люди, которые не знают, что означает данное словосочетание «школа безопасности», то с удовольствием вам об этом расскажу. Дело в том, что в данных соревнованиях принимают участие дети, и мальчики, и девочки от 13 до 17 лет. Команды приехали из всех регионов Приволжского федерального округа. Они соревнуются по различным направлениям. Но, кстати, сразу же хочется сказать, что все эти направления так или иначе связаны со спасением пострадавших в различных ситуациях. Ну, например, сейчас я нахожусь на маршруте. Кстати, этот маршрут составляет 2 километра 400 метров, где команды на первом этапе должны найти пострадавшего в лесу, положить его на носилки и, так скажем, транспортировать его, проходя различные препятствия. Дальше, после обеда, будут соревнования, связанные с эвакуацией пострадавшего с водного объекта. Ну, например, вчера были соревнования, если я не ошибаюсь, соревнования, связанные с пожарно-прикладным спортом. Это пожарная эстафета и пожарное боевое развертывание. В данный момент времени лидирует команда из нашей республики, из республики Мариэл. Ну и, в принципе, приятного просмотра. Итак, друзья, предыдущий этап и вот этот вот красивейший поворот на лесной тропинке мы проходили вместе с командой, которая представляет Республику Мордовия. Ребята, если честно, немного отстают от графика, но тем не менее борются, и все-таки вот этот бессмертный спортивный принцип «главное не победа, а участие» как ни странно, наиболее уместен, мне кажется, в данном виде соревнования. Ребята наверняка в первую очередь борются с собой, с усталостью. Ну и, естественно, пытаются найти общий язык в своей команде. Если вы заметили, у этой команды есть яркий, харизматичный лидер. Вот. Ну, в принципе, ребята все стараются соответствовать его уровню подготовки. Не у всех получается, но
так или иначе, как говорится. Ну что же, идем на следующий этап. Последний этап – это переправка раненого через по навесной переправе. Должна вся команда переправиться из левого на правый берег. Хочется сразу сказать, что это уже младшая группа, и они уже переправляются по существующей веревке. Старшая группа должна была свою переправу сделать с нуля. Ну вот как-то так, и буквально через несколько метров за моей спиной видна финишная линия. Буквально через несколько минут начинается эвакуация раненого с водного объекта, но это будет буквально через 20 минут. Поэтому ждем продолжения. Просто удивительные дети. Просто удивительные дети. Несколько минут назад закончились очередные этапы соревнований школы безопасности. В этот раз командам Приволжского федерального округа приходилось спасти несколько утопающих. Ребята бросали конец Александрова, бросали утопающему спасательные круги и транспортировали тело, эвакуировали тело условно утопшего рыбака. Далее были практические мероприятия по сердечно-легочной реанимации, ну и так далее. Кто победил, пока еще судьи не подвели итоги. Ну вот, в принципе, наверное, и все. Закончился очередной день соревнований. Соревнования будут продолжаться еще завтра, послезавтра. Ну а пока традиционно, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, естественно, больше путешествуйте, берегите себя.